Время павильонных выставок завершилось. Теперь Сочи Экспо приглашает посетителей в новое здание, где представили свои изделия производители как отечественные, так и зарубежные. Это светлое большое здание будет действительно очень хорошим якорным флагманом для проведения выставочных мероприятий. И я надеюсь о том, что время временных площадок, время павильонов, оно кануло в небытие, в общем, до, так скажем, олимпийский период, в общем. И очень приятно, что новый выставочный сезон открывается именно в новом здании. Традиционно свою мебель привезли производители из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Майкопа, Саратова, Ростова и других российских городов. Приехали мебельщики из Севастополя и Беларуси. Активное участие принимают сочинские фирменные салоны. Специализированная мебельная выставка «Мебель, интерьер, деревообработка» объявляется открытой. На выставке представлена не только мебель для дома и офисов, но и предметы интерьера. Можно приобрести ее сразу, либо заключить договоры о поставках с самими производителями. А в рамках деловой программы состоится традиционный смотр мебели и отборочный тур на соискание национальной премии в области дизайна мебели «Российская кабриоль». Кроме этого, на выставке второй год будет проводиться еще одно такое награждение. Это номинация «Сегодня лучше всех», независимо от участия экспонента в смотре. Это только полагается на мое личное мнение. Можно сказать, что это моя личная премия. Выставка будет работать до 27 апреля с 10 до 18 часов. Вход свободный. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.